heading to Kramatorsk to meet some of the pro-Russia militants in control of the police headquarters there. The Ukrainian government says one of the fighters in Kramatorsk is a Russian special forces officer, and they've given pictures to the New York Times and other media companies that they say proves it. So we're just heading over there to find out who he actually is. Что вы думаете о том, что американская газета использует фотографию другого бородатого человека для того, чтобы доказать, что здесь есть российский спецназ? Я думаю, что Америка точит на Россию большой зуб и хочет Украину скушать все-таки сама, не поделившись с Россией. Не это часть информационной войны. Да. Ну вы как бы российский гражданин, но не российский спецназ. Так точно. Здесь пришли добровольно. Да. Чтобы это американское зло ко мне в дом не постучалось, я пришел остановить его здесь. Это фотография человека в New York Times, это не вы, который написано, что в Грузии. Конечно, не я. Я в это время находился в совсем другом месте. А где вы были в 2008 году во время войны в Грузии? Находился я в не столь отдаленных местах. На Кубани. Но вас зовут Александр, и вы с Кубани. Да. А фамилию можно? Можаев. Можаев. И этого человека, который тоже с бородой, вы его не знаете? Кто первый раз такой? Вижу. I've just seen my first Russian passport on an armed man here in eastern Ukraine. He's a Cossack from the Kuban region of Russia. The New York Times showed a picture of a man who looks like him from Georgia in 2008, who was part of the Russian Special Forces, claiming that he was that man. But it seems that he's somebody else, but he is actually from Russia, probably not from the Russian Special Forces, a Cossack. Наша группа, как бы, положник, это терские казаки. Самое главное, слушай, что мы добровольцы. Пришли именно добровольно, ни за деньги, ни за что. Просто наши братья-казаки попросили. Очень сильно попросили. А если где-то казаку плохо, другой обязан помочь. Ну и сами видите ситуацию. Когда народ противится этому гнету и так далее. Ну, как вы думаете, сколько вам нужно будет здесь пробыть для того, чтобы навести порядок и чтобы присоединить к России? Не знаю. Присоединение и так далее, это решать народу. Это будет референдум? Это будет референдум. Единственное, мы поможем, чтобы здесь не было бардака, это да.